Всем таджикским депутатам, как нижней, так и верхней палаты парламента, Рахмон поручил с 8 по 17 января заниматься в городах страны пропагандистской работой по разъяснению послания президента к парламентариям, сообщает информационное агентство «Азия Плюс» со ссылкой на собственный источник. По информации агентства, власти решили не ограничиться только депутатами, но и задействовали максимальное число госструктур, а именно администрации всех городов, районов и областей республики, которые должны теперь образовать группы из числа местных активистов для пропаганды среди населения послания президента. Напомним, что президент Имомли Рахмун на заседании правительства республики, которое состоялось 29 декабря прошедшего года, поручил членам правительства и руководителям всех правительственных госучреждений подготовить план мероприятий и провести пропагандистскую работу среди населения по пунктам послания президента к Мачилиси Оли.